Будущее за компьютерами. Еще 2 года назад понял для себя Бахтияр и твердо решил стать программистом. В Бишкек приехал поступать из Базаркоргона Джалалабадской области. Есть все шансы пройти на бюджет. На ОРТ Бахтияр набрал 150 баллов. А талонов, как и у всех абитуриентов, по 2 на каждой из 3 туров приемной кампании. Итого 3 попытки попасть на выбранную специальность, либо на бюджет, либо на контракт. Выдающиеся люди современности, внесшие огромный вклад в развитие человечества, такие как Стив Джобс, Илон Маск, руководители Amazon, все они были в свое время IT-программистами. По их примеру, я тоже хочу отучиться на этой специальности, пройти в будущем стажировку за рубежом и потом открыть в Кыргызстане успешную IT-компанию. Именно в IT-специалистах, по мнению Министерства образования, и будет нуждаться больше всего Кыргызстан в ближайшие 5 лет. А еще в учителях, врачах, горнорудниках и аграриях. На эти направления выделено больше всего бюджетных мест – 5705. Определиться с будущей профессией, все еще не определившимся, должен помочь сайт, разработанный Минобразом. Вся информация по всем вузам, факультетам, наличию бюджетных мест и сумме контракта собрана там. Поступать сразу на несколько специальностей не получится, уверены в ведомстве. Раньше были такие моменты, где были по несколько талонов. Это привело к тому, чтобы у нас очень много оставались вакантные места из-за того, что кто-то прошел в 3 местах, потом выбирают одну, а остальные останутся как бы вакансии. Да, в это время вот кто-то мог бы туда пройти, а он уже, опустив руки, ушел в другое место. Да. На примере, да, одного факультета могу показать урны. Значит, здесь есть 2 урны. Почему? Потому что здесь есть факультет, где бюджет принимается, на бюджете выделенный, да, там, государством. Один контрактный ящик, другой бюджетный. Они опечатаны, да, и их никто не может скрыть до того момента, пока не будет грантовая комиссия заседать. И при грантовой комиссии мы их открываем. Сейчас проходит первый тур приемной кампании. Завершится он завтра в 2 часа дня. После автоматизированная система определит абитуриентов, рекомендуемых к зачислению по количеству набранных баллов. Сами счастливчики должны будут подтвердить свое намерение обучаться по выбранной специальности. В следующий понедельник, 15 июля, начинается второй тур, в течение которого есть шанс попасть на оставшиеся бюджетные места. Последний, третий тур пройдет с 22 по 24 июля. Юлия Кулешова, Урмат Усенов, телеканал «Апрель».